Ну, ребята, как обычно, я уже говорил, что я иногда делаю сюрпризы для поисковиков. Этот раз не исключение. Вот у меня есть несколько монеток. Это наша ходячка современная. И эти монетки я сейчас куда-нибудь положу. Вот мы видим, какая-то палка, ветвь с березы упавшая. Кора здесь позволяет нам некоторые монетки зафиксировать. Вот раз монетка в коре, вон там она лежит, видите. Вот два. Два. Вот сюда сейчас одну куда-нибудь припрячем. А может и не одну, еще вот сюда. Вон пусть лежат там. То есть у нас вот здесь сейчас две монетки. Здесь монетки. Вот сюда сейчас несколько. Да не несколько, вот три штучки я сюда и положу. Вот так вот. Вот, вы видите. Ну и как обычно, моя философия такова, что со временем это все дело будет гнить, падать на землю, опускаться. Естественным путем все это дело закопается, припорошится. И, быть может, когда-нибудь здесь пойдет поисковик, а мы видели в моих предыдущих видео, я показывал ямки, то есть люди тут ходят иногда. Кто-нибудь, может быть, это и найдет. И человеку будет приятно. Он, конечно, подумает, может быть, что это потеря. И вот такой невидимой нитью чья-то радость и мой порыв, моя судьба с кем-то будет на данном этапе вот как-то вот связано. Такие вот мысли возникают иногда. Ну ладно, сейчас еще немножко погуляю и домой.